Да, действительно, не работает, но не пугайтесь. Наш телеканал не прекратил свою работу. И с кабелем тоже все в порядке. Просто на IPTV Ростелекома мы переехали на новое место. На более удобную для поиска 22-ю кнопку. Теперь мы находимся рядом со всеми самыми важными телеканалами. Ну что, нашли нас? Если на 22-й кнопке мы так и не появились, значит, необходимо обновить вашу приставку. Для этого нужно сделать всего пару простых движений. Перезагрузить агрегат с помощью кнопки или выдернуть из розетки и подождать пару минут. А затем снова подключить питание. Телеканал должен появиться. А теперь информация для тех, кто не в курсе, как нас найти. Круглосуточно смотреть свое ТВ можно сразу на нескольких цифровых площадках. В Березниках и Соликамске, в кабельном IPTV Ростелеком 22-я кнопка, в кабельном ТВ Юлинк 45-я кнопка, в кабельном ТВ К-телеком сателлит-сервис 184-я кнопка, провайдер МТС 551-я кнопка. В Соликамске оператор ИП Веденеев 36-я кнопка, оператор Империал 46-я кнопка. А для любителей посидеть в интернете круглосуточный эфир «Свое ТВ» транслируется в социальной сети «Одноклассники».